Привет всем, я Алена Булатова, и сегодня второй день финансового тренинга «Капитал за 30 дней». Сегодня задание на расширение финансового кругозора и выхода за рамки своего комфорта – просить деньги у знакомых и незнакомых людей. И я решила, что у знакомых просить просто, и решила воспользоваться помощью своей собаки и собирать деньги с незнакомых людей. Сейчас пойдем посмотрим, как он там поживает. Вот Томми. Я сделала табличку с Томми, что он хочет поехать на Гавайи. Вот люди идут, смотрят, некоторые просто смеются, но вот эти деньги не дали. Ну, может быть, сейчас кто-то еще даст. Девушка идет. Hi. Really? It's mine? He wants to go to Hawaii. His name is Tommy. Can you help him? Okay, a little bit. A little bit? Ну вот, девушка только что ему дала денег. И... За мной уже пришла полиция. Окей, we go, thanks. Ну, запись немножко прервалась, потому что рядом оказался полицейский, его видно на записи предварительной. И он меня попросил убрать надпись, потому что здесь нельзя ставить ничего. И вот все, мы на сегодня рабочий день завершили. Он все равно собирал немного денег, так что счастливо и до новых встреч. Пока!